Бокс в нашем муниципалитете наращивает свою популярность среди юношества. Сила, доброта, ловкость, умение предвидеть действия соперника – все эти качества очень нужны юным мастерам кожаной перчатки, и они умеют добиваться отличных результатов. Только в последнее время свое мастерство не раз доказывали как юноши, так и девушки. Наши спортсмены прославляют Славянский район реальными достижениями. Совсем недавно Коробова Карина, воспитанница спортивной школы «Триумф», стала победителем первенства России по боксу 2021 года среди девушек 15-16 лет. Она вместе со своим тренером Александром Водопьяновым была приглашена на прием к главе Славянского района Роману Синяковскому, где и состоялся заинтересованный разговор о жизни и успехах юной спортсменки и других представителей Славянской боксерской школы. Тоже член сборной. И на тем, которые и она, ну это вот со Славянской уже три члена сборных, это я считаю, ну это очень здорово. Тем более у них еще есть и материалы хорошие, с кем работать. Неоценима, конечно, постоянная поддержка спорта в нашем районе, что обеспечивает его развитие. У спортсменки и ее тренера большие планы на ближайшее будущее. Сейчас мы съездили на первенство России по девочкам 15-16 лет. Вот, от нашей школы представляла, получается, Коробова Карина. Вот. И очень успешно выступили, завоевали первое место. И сейчас готовимся к первенству Европе. Европа будет проходить в Грузии. У нас сейчас женский бокс – это олимпийский вид тоже. Там вот у нас на Олимпиаде сейчас будет 5 весовых категорий представлять женщин. Поэтому у нас есть куда стремиться. Карина Коробова увлеклась боксом по примеру своего отца и с тех пор не представляет жизни без этого замечательного спорта. На самом деле это достаточно таки сложный вид спорта, так же, как и многие другие виды спорта. Почему он достаточно таки тяжел? Тем, что перед выходом себя нужно настроить так, что вот, чтобы не перегореть. Всегда нужно выходить в ринг обдуманно, со свободной головой, спокойно, вот как будто ты вообще не расстаешься с рингом. Чувствую себя как дома. Да, на ринге Карина чувствует себя уверенно и всегда старается выступить на все 100. Совсем скоро она примет участие в международном турнире по боксу в Сербии, а в июле будет бороться за победу на первенстве Европы. Пожелаем ей спортивного развития и новых побед. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».